Все остальные не рискнули просто выходить. В воздухе отчетливый запах пороха. Взрывы не прекращаются ни на минуту. Люди по большей части сидят в подвалах. Давай под него магазин становись. Под него остановись. Тут прикроемся магазином. Забор посечен. Осколки в доме. Благодаря дождю не занялось. Все сырое. Чувствуется запах пороха. Дом прекратил все свое существование. Вон там сейчас идут ожесточенные бои. Вплоть до применения стрелкового вооружения. Все, поехали. По эту сторону садитесь. И сразу, как только что-то прилетит, будет грохот, выскакиваем из автобуса и падаем на землю. Не стоим, не ждем, вещи не страшно. Сегодня 20 января 2015 года. На данный момент обстановка в прифронтовой зоне очень сложная. Украино-фашистские войска ведут постоянные обстрелы тех населенных пунктов, которые находятся у линии фронта. И нами было принято решение самые незащищенные слои населения, женщины, дети, беременные старики, было принято решение эвакуировать их из этой зоны. Вот сегодня приехали первые беженцы из поселка Фрунзе. Приехали в город Стаханов, где они будут размещены, о них позаботятся городские власти, казачество. Они будут обеспечены медицинской помощью, питанием и жильем.